Что, Слава, как дела у тебя? Все хорошо, готовимся к сезону. В баскетболе сейчас межсезонье. Потихонечку приходим в форму, вспоминаем, что такое вообще этот круглый мячик, как с ним работать и для чего вообще с ним. Ну вот двигаться. Я помню, что после межсезонки я всегда ненавидел физуху. Как с этим? Очень тяжело, когда ты понимаешь, что ты целые два месяца, условно, там отдыхал, и тебе нужно приходить к сентябрю, к октябрю формы, ты, блин, приходишь в зал такой, фак, кто-то наоборот скинул, кто-то наоборот поднабрал, чаще всего набирают люди. И ты приходишь, тебе нужно по два раза в день тренироваться, ты начинаешь готовиться к сезону и думаешь, очень тяжело, и... Но все равно, как бы, с каждой, одна неделя пошла вторая, третья, и ты уже двигаешься к форме, и тебе становится намного проще. А ты с каким плюсом подошел? Я скинул. Скинул? Я скинул, и у меня такой был активный летом отдых. Я переехал, много двигался и килограммчик подскинул. Да, переезд лучше всяких из подкатов. Расскажи, пожалуйста, вот про себя. Где ты сейчас играешь? Как у тебя складывается карьера? Ой, мне сейчас 21 год. Я играю за две команды. В Тирасполе играю за Дешор, номер один Тирасполь. А по Молдове я бегаю за команду Чедербаскет, через Чедерлунги. В прошлом году мы стали серебряными призерами как в чемпионату ПМР по взрослым, так и серебряные медали забрали на мужском чемпионате чемпионата Молдовы. Сезон был, конечно, сложный для нас в обеих командах, то есть не было каких-то проходных игр. Много кто болел, много кто состава отсутствовал, кого-то надо подменять было, какие-то искать выходы из ситуации, быстро кого-то дозаявлять. Кто-то уезжал на ПМЖ, кто-то, наоборот, приезжал к нам на какую-то игру и смог уезжать. Не было такого, что у нас был костяк, который весь сезон мы от и до провели вместе, чтобы мы могли сыграться, чтобы друг друга чувствовали. Было действительно тяжело, и мы для меня по-хорошему выжили максимум, который мы могли из этого сезона выжить, и все остались довольны, что руководство, что тренер наш, и мы сами игроки довольны тем, что мы смогли забрать из данной ситуации. Вот уже несколько лет я смотрю, что в чемпионате Молдавии нет команды из Приднестровья. Ни Тирасполь, ни Бендеры не играют. Тебе не обидно, что нет здесь Честно, команды? Честно, расстраивает эта история, потому что не сосчитать, то есть для меня и для многих молдаван, никто не скрывает, что пласт игроков из Приднестровья является одним из самых сильных на данный момент и даже немного ранее. И как бы расстраивает то, что мы бы могли бы создать действительно хорошую базу, которая была бы подключена и более опытными спортсменами, которые уже как бы могли бы играть, но закончили. И ребятами помоложе по типу меня, и доходя до того, что были бы вообще супер молодые ребята там 2009 года рождения, которые бы уже могли подключать к более взрослому баскетболу. А так получается, что лучшие игроки отсюда разбросаны по разным командам Молдовы. И, конечно, безусловно, это расстраивает, потому что когда наши паблики пишут о том, что вот там один стал золотым призером из Приднестровья, второй там стал серебряным призером, то есть это могло бы все быть одним результатом, а по итогу мы разбросаны и встречаемся там перед друг другом, перед играми здороваемся, но так, чтобы были в одной команде, такого давно уже не было в Приднестровье. Слушай, мы на баскетбольной площадке, и тут сам Бог велел во что-то сыграть, предлагаю в минус 5. Давай. Все, давай. Поехали. Молодым везде у нас дорога, начинай. Вот поправка на ветер, школа. Поправка на ветер. Опа. А! У нас сегодня ветрено, и мячик да, чуть-чуть все, не надо корректировать мячик, полет мячика. Что-то помню еще. Руки всегда помнят, бывших баскетболистов не бывает. Вот, бывших баскетболистов не бывает, как говорится. Вот расскажи мне о новых лицах, вот, допустим, топ-5, топ-3 вот сейчас игроков из Приднестровья. Кто вот есть, кто сейчас баскетбольная элита? Ну, ты себя скромно назовешь, скромно это понятно. Скромно можно назвать. Да. Ну, для меня лично самые сильные сейчас по Приднестровью, это кто играл в прошлый сезон, это Вадим Бычков, который стал MVP нашей лиги и является для меня одним реально самых сильных баскетболистов в Приднестровье. Потом Михаил Мисайло, который сейчас в Румынию уехал, подписал контракт, получил гражданство и двигается там. Ну и себя включу в этот топ, как нескромно. Окей, вот топ-3. Бычков, Мисайло и ты. А, смотри, у тебя папа баскетбольный тренер и сам баскетболист. Твой путь был предначертан? У тебя не было вариантов? Ну как предначертан? Я же начинал вообще не с баскетбола. Я пришел супер поздно для этого вида спорта, считается. Я пришел в 14 лет сюда, когда уже многие занимались по 5 типа лет, по 4 года. И было тяжеловато догонять всех, потому что когда я пришел, уже команда была сформирована. И ну, меня приняли хорошо, потому что папа пришел в тот момент. Но в любом случае было тяжеловато, потому что все имели какую-то базу уже, которую они получили до этого. Я пришел с акробатики, я хорошо там растягивался, двигался, но при этом баскетбол... Вообще я пришел в баскетбол только после того, как папа
со старшей командой играл, и я зашел к нему на игру, это воскресенье или суббота была. Было, я посмотрел настолько, блин, баскетбол все-таки оказывается интересный вид спорта. И решил потихоньку там двигаться, и так завертело, закрутило, что я сейчас там, где я являюсь. Насколько сложно, что папа тренер? Слушай, тем моментами... Более ты играешь под его руководством. Ну, не всегда я играл под его руководством, потому что я поработал со многими тренерами по Молдове и в любом случае. И то есть не к тому, что это какой-то мой папа, но Василий Утин является одним из лучших тренеров сейчас по Молдове, если, ну, как одним из лучших, наравне с Роженко, они у них дуэт свой, они действительно два лучших тренера по Молдове, я могу это говорить не с точки зрения, как это мой отец, а с точки зрения того, что я поработал со многими тренерами в Молдове, я не только за отца играл, по многим молдавским тренерам прошелся и был в их составе. И с папой не то чтобы тяжело, никогда нет этого отношения сын-отец, никогда. Только как только ты заходишь на площадку, это всегда коуч, тренер, то есть нет такого, что ты пытаешься расположить, у тебя какие-то есть поблажки перед другими, ты всегда наравне со всеми, ты тот же игрок, как любой человек в команде. У вас 12 человек, ты ровно такой же, как и этот человек в команде, поэтому никаких поблажек с папой нет, это мой тренер, наставник. А за площадкой я могу обратиться как папа, но на площадке только тренер. Ты был на Евробаскете для малых стран дивизия С, если не ошибаюсь. Два раза катался. Нет, ну я был на чемпионате Европы до 16 лет и до 18 лет. Еще, до 16, до 18. Да, и после того, как я вырос из этого возраста, пока взрослая сборная еще никуда не отправлялась. Ну, надеемся, что следующий год найдут какой-то бюджет, и мы сможем поехать, потому что я являюсь одним из кандидатов на эту поездку. И хотелось бы поехать, потому что много молодых, которые уже подросли и могут какую-то конкуренцию составить. Много опытных ребят, которые могут приехать, также наши приднестровцы какие-то, Василий Роженко, Вадим Бочков, которые могут подъехать сюда и помочь сборной. Но все упирается в то, что нет бюджета пока. Даже вот той же Молдовы, которая, ну странно, такие есть неплохие исполнители, но при этом нет возможности привезти их сюда. Эй-оу. 2-1. 2-1, да. Это, наверное, просто из уважения к возрасту. Я стараюсь. Оу. Ну, делаем с учетом, что Никита профессионал в этом деле, у него на нем петличка каждый день, а я с этой штукой сейчас хожу, и не очень как-то удобно. Поэтому... А, то есть попадать в трешки это так? Любой журналист может, по-твоему, да? Ну и баскетболист, наверное, тоже чуть. Ну, походу, да. Вот есть будущее, вот ты играешь в баскетбол здесь, сейчас в чемпионате Молдавии. Ты вот видишь свое будущее в баскетболе? Вот как понятно, что каждый, кто спортсмен, хочет двигаться дальше, становиться профессиональным и этим зарабатывать себе на хлеб. Вот ты видишь, что эти перспективы, что ты можешь себя обеспечивать баскетболом? Они проглядываются. Баскетбол – это действительно суперинтересный вид спорта, и хотелось бы, чтобы он был у нас чуть-чуть более развит, потому что есть все платформы для этого. Построили новые арены, много залов. Молодежь, которая приходит, обилие перед нами на тренировки, их столько много, которые хотят заниматься. И... Ну да, я скажу, что я вот пришел к вам на тренировку, я просто был в шоке, сколько людей, баскетбол причем сейчас сколько очень детей. Популярен в Приднестровье, все бегают. Заходишь на площадки в центре, очень много народу, негде притиснуться. Приходишь на балку, где построили неплохие площадки, там много народу всегда. И желающих очень много, кто хочет заниматься, кому нравится этот вид спорта. И понятно, что нравится, потому что великолепный вид спорта. Но при этом каких-то условий, вот как мы говорили с тобой буквально чуть ранее, о том, что нет баскетбольного какой-то платформы, где могли бы лучшие баскетболисты стыковаться, и их подменять уже какие-то молодые. И вот эта система бы работала, ее, к сожалению, нет. Но я думаю, через какое-то время, не знаю, сколько лет потребуется, вывести этот спорт чуть в абсолют, и чтобы он был наравне у нас с боксом, с любым видом борьбы, с греблей, я думаю, это возможно, но при этом нужно чуть-чуть его популяризировать, чтобы другие люди видели, не только молодые, то есть взрослые чуть подключались, видели, насколько это прекрасный вид спорта. На твой взгляд, топ-3 лучших игроков мира здесь и сейчас? Давай возьмем на первое место Стефа. На второе место, ну, здесь Йокича возьмем, я не знаю, то есть Йокича не отметить, только дурак не отметит его последние два года. То есть двукратный MVP, чемпиона действующего, ты на второе место отправляешь. Ну, для меня, да. И, наверное, третьим игроком, ну, самым сильным, я даже не знаю, то есть это настолько выбирать, это есть и Леброн, и Энтони Дэвис, и Дэвин, и Букер, и Дюрант, и сейчас. Ну, для меня, скорее всего, вот я вспомнил Дюранта, Дюрант, скорее всего, будет третий, потому что это, наверное, как многие говорили, аналитики какие-то, любители баскетбола, это, наверное, один из самых сильных скореров в истории баскетбола, потому что его антропометрия, где у него рука 3 метра, нога 3 метра, и то есть его невозможно накрыть. Если он сам промахнется, он промахнется. В Молдавскую лигу одно время пачками привозили американцев. Было интересно против них играть, однозначно интересно, потому что это какой-то другой уровень сопротивления. Ребята
приезжали со студенческих лиг, понятно, не самых лучших студенческих лиг, но при этом было интересно за ними понаблюдать, против них защищаться, то есть интересные игры выходили. Я знаю, что в этом году должны быть какие-то американцы у нас в лиге, то есть будет интересно с ними поиграть. Но опять, сейчас задам вопрос, который задают часто, это касается футбола и баскетбола. Но они же занимают место молодых пацанов, которые могли бы играть. Ну, это вопрос регламента. Вопрос регламента, потому что в любом случае, первое, это регламент, потому что если есть по бумагам условия того, что будут играть молодые, в любом случае, есть, ну, то есть, чтобы один был на поле, то есть это никому не вредит. Ну, вот если говорить о тебе, как ты себя видишь, допустим, через 5 лет, где ты себя видишь? Я вижу себя точно до сих пор играющим, потому что, получается, идет все круто, но при этом хочется где-то поднимать свое мастерство, в тренерстве помогать кому-то, находить вот эти новые ветви, кому-то помогать другими путями, там, искать какие-то возможности, и было бы неплохо развиваться не только как игрок, но при этом еще в каких-то других отраслях баскетбола. Это же баскетбол не только заключается в игре, это много селекции, много тренерства, много еще какой-то работы. Работа менеджером, где-то там нужно что-то достать, нужно где-то кого-то с кем-то договориться, это тоже все прикольно. И можно развиваться в этом, но пока что стоит цель только быть игроком пока что. Ладно, я буду себя клещами тянуть, раз ты сам не хочешь так говорить. Ты себя видишь игроком через 5 лет здесь или все-таки где-то в Европу ты хочешь поехать? Честно, поиграть? Много кто спрашивал этот вопрос, но знаю, что все, скорее всего, да и в целом я как бы хотел отсюда уехать, но не знаю, я люблю это место, мне тут нравится, я тоже ехать в ту же Румынию, это, ну, там никого из родных, никого из друзей, то есть это тяжелая смена. Понятно, что это выход из зоны комфорта, но тут больше идет речь о том, что где тебе комфортно находиться. Вот мне комфортно здесь, и мне нравится это место, и хочется продолжать тут и что-то пытаться развить тут, а не искать какую-то протоптанную дорожку. Ты уехал там, подвигался и остался там. То есть хотелось бы, если тут это не так развито, чуть остаться тут и начинать это двигать потихонечку, так разгонять потихонечку, но дойти до результата, чтобы мы могли хотя бы с кем-то соперничать в ближайших странах. Битва штрафных. Никита, что по штрафным? Плохо. Я же говорю, что плохо. Давай еще раз. Он хочет вторую попытку. Давление, вот это все. Это самый сложный бросок. Если я не забиваю, я проигрываю. Ну давай. Трудно, да, не забить штрафной? Слушай, умение обладать нервами – это тоже качество баскетболиста, потому что ты сам знаешь, в баскетболе много очень концовок. Вот видишь, у меня с нервами не все в порядке. Концовок, которые ты решаешь, ты должен успокоить нервы, все тело и в нужный момент забить этот бросок, который решит исход игры. Только от тебя это зависит. У тебя были такие моменты? Однозначно были. Даже в прошлом сезоне, когда были равные счета с командами в полуфинале, когда мы играли с Глори. Забил. Вот и все. Все, спасибо. Вот и все. Вот так вот показали мастер-класс. Ну, молодым везде у нас дорога, как говорится, так что желаю тебе удачи. Как говорит известный комментатор, любите баскетбол? Ведь это самая лучшая игра с мячом. Все.